Имя? Мое? Мое мне известно. Иешуа. Прозвище есть? Ганозри. Мне не рады тут, я как рыба на борту, где от голода люди мрут. Мне не рады тут, жизни мой проводник плут. Видела бы ты его глаза, карие врут. Еще 5 минут и я сорвусь. Лопнет голова, как арбуз, ведь я с ним подерусь, даже если заметут. Пусть. Мне не рады тут, сразу я побегу, но тут пески вокруг. Плюс ничему не сойти с рук. Подальщик кружит сверху, словно лучший друг. Я бегу, как спринтер, босиком, это мой лучший круг. Я думал, я пастух среди овец, но я овечий труп. Мне не рады тут. Грусть. Обещаю, мам, я вернусь. Я зайду домой, сказав, что мне завтра не надо в путь. Дать хочу, отдохнуть ногам. Я устал бежать от самого себя, куда не знаю сам. Когда-нибудь утром загляну домой к вам. Будучи взрослым, сейчас мне не рады там. Мало мест перевидал, не видел Тегеран, Исламабад, Биробиджан, Ереван. На сцену залез вдруг, лупы как сердец стук. С первых строк в зале шум, вижу лес рук. Словно я певец круг, что я делаю здесь? Скажите, мать или отец, ну? Да мне рады тут, они секут весь зовут. На бит зовут и норовят со мной каннабис задуть. Я говорю, братец, забудь, хватит вдыхать дым. Тут много наркоманов, но я не рад им. Самый злой человек земли, но я люблю и любим. Она грызет мне шею, называя меня своим. Не принц на белом коне, на миллионы выходов нет. И из имущества со мной лишь только этот куплет, блин. Но мне рады здесь, мы рисуем жизнь на листе. Если в MP3 слова, то их услышат везде. Я голову давно уже удалил с друзей. Я ей грызу шею, называю ее своей. Нам не рады тут. Мы среди вас и мы готовы поднимать бунт. Нам не рады тут. Мы вылезем на улицы, через 5 минут они сказали, нам не место среди них. Лгут. Нам не рады тут. Мы среди вас и мы готовы поднимать бунт. Нам не рады тут. Мы вылезем на улицы, через 5 минут они сказали, нам не место среди них. Лгут. Ты полагаешь, несчастный, что римский прокуратор отпустит человека, говорившего то, что говорил ты? Или ты думаешь, я готов занять твое место? Я твоих мыслей не разделяю! Закон об оскорблении величества. Разрешено применять высшую меру наказания во всякий день, включая и праздники. С обвиняемыми по этому закону осуждаются их дети. В отдельных случаях и дети детей. Родственникам казненных запрещено их оплакивать.